Приветствую зрителей на канале, с вами Смайлсик, и мы продолжаем продвигаться к хранилищу, где, возможно, нас еще ждут люди, а возможно и нет. Ну что ж, продолжим. Функции возвращены, а раньше нам об этом, кстати, не говорили. О, спасибо, Аджасент вернули. Но вернули его нам, а роботу его не дали. Это значит, что теперь, по сути, нам нужно объединить его сканер и мой Аджасент. Замечательно. То есть, предыдущая стратегия теперь снова не работает. И данный уровень, это не что иное, как уровень с Аджасентами. Самый, что ни на есть, обычный уровень с Аджасентами. Кстати, да, форма здесь совершенно другая, в отличие от всех остальных локаций. Так. Ну что ж, раз это уровень... Так, нет, давайте сначала мы предыдущий код возьмем. Здесь все равно есть перемещение, вот эти циклы тоже очень полезны. Но я возьму уровень. Так, по-моему, вот здесь. У нас двойное расследование. А, нет, стоп, секунду. Здесь у нас прыжки. Значит, где-то это выше, в неизвестность. Там танец умозаключений. Да, вот, собственно, когда нам дали аджасенты... И вот это все можно будет брать. Но я считаю, что нет смысла брать старый аджасент. Давайте возьмем нормальный аджасент, который у нас готов уже ко всему. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Давайте тогда возьмем аджасент вот этот. Учимся ходить заново. Ну да, формально это так и есть. Так, у нас теперь есть аджасент. Отлично. Что мы теперь будем делать с этим всем? Так, еще мув-форварды у нас здесь, сканы. А, скан я не могу использовать, да? Ну, ничего страшного, идея как-то сделать у меня есть. Давайте добавим массив плохих значений. Дальше нам понадобятся, собственно, все константы. Давайте, наверное, тогда из... Вот этого их возьмем. Здесь много всего полезного, много констант. Так, только директории нам не нужны. Ладно, скопируем все. Просто лень это все писать. Так, отлично. Ну и давайте, в принципе, тогда это все и сделаем. Так, неизвестный тайл. Вот это все нам не нужно. Так, а null tile у меня сюда не попало, да? Или я его удалил? А, да, вот, я его удалил. Не должно быть такого, чтобы я его не использовал тогда. Так, null data теперь подключается сюда. Это у нас будут переменные. Так, сейчас я опять кучу времени потрачу только на эту. Ну, ладно, если серии будут длинными, ничего страшного. Функции. Так, здесь у нас будет главная программа. Пора уже превратить это все в порядок. Main. Так, ну что ж. Поехали дальше. Теперь, что нам нужно делать? Теперь нам нужно полностью синхронизировать все наши действия. То есть, у меня нет сканера, но он есть у робота. Что мы с этим будем делать? Если он есть у робота, будем отправлять робота и возвращать к себе, то есть у меня будет свой сканер. Мне понадобится функция робоскан, но моя. Следовательно, я должен каким-то образом роботу отдавать команды. Это значит, как раньше move и turn, было, по сути, теперь моя очередь отправлять команды ему. Что делать? По сути, я мог тогда то же самое сделать и в первый раз, но я поступил наоборот. Ладно, теперь я буду им командовать, все-таки это мой подчиненный, поэтому добавим... Да как так-то? Добавим переменную для данных указаний. Это будет тот же самый move. Ну и здесь я, наверное, дам значение сотен, потому что у нас значения до 10 там практически все расписаны. Поэтому так, turn. Значение будет 200. Ну и так как нам нужно будет говорить ему просканируй, пожалуйста, также будет еще и scan. 300. Все, вот эти данные я буду использовать. Теперь переменные. Scan, good, data, 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 data нам, в
принципе-то она уже будет и ни к чему. У нас будет скан. Давайте вернем стандартный скан, то есть вот как это все было раньше, так мы и сделаем. Плохой хороший массив и переменная скан. Так, adjacent у нас есть, но помимо этого нам нужно будет делать синхронизацию, поэтому move forward вот это у нас останется. То есть мы создадим функцию move forward. Дальше у нас будет функция turn left. Так, fun. Но, естественно, они будут уже не такими. Если раньше я следил за направлениями, то теперь я буду следить за тем, что же творит мой подопечный. Ну и, соответственно, мне придется написать функцию. Назовем ее, ну, пускай RoboScanner. Вот так ее назовем. RoboScanner. Мы то же самое пропишем и здесь. Что такое... Так, где у нас сразу вот это поменяю на RoboScanner. Все. Таким образом, остальное тоже надо проверить. Так, в массиве у нас есть RoboForward Location. MoveForward. Добавляем. Так, ну, формально здесь уже все у нас готово. Ну, этот цикл мы еще перепишем. Давайте теперь разбираться, что такое MoveForward. Мы отправляем команду через нулевой поток, или канал точнее, и отправляем значение «двигайся, железяка». После чего сами отправляемся. Пока он там это обрабатывает, свою команду он получил, мы, по сути, не будем задерживаться и ждать, пока он это все сделает и не даст нам сигнал. А сами двигаемся вперед. Так, ROM, RoboForward. Все. То же самое будет с TurnLeft. Только здесь мы даем команду ему «поворачивайся» и «left». И, в принципе, это все. Теперь давайте разбираться со сканером. Что значит сканер? У нас сканер был перед нами. Это значит, что нам придется дать команду роботу «двигайся вперед» и потом уже «возвращайся». Но пусть он уже сам будет знать, получив вот этот трансмит. Мы даем ему команду «сканируй». А у него мы уже пропишем, что значит сканировать. Но в любом случае, теперь мы должны дождаться момента, когда он этот скан нам точно отправит. Поэтому мне понадобится условный цикл. Поэтому в свой скан я помещу... Так, давайте, где у меня дата есть? То, что было раньше. Вот, дата. Дата receive. Только там будет no data. Так, давайте вот это вот сюда мы отправим, чтобы скопировать вот в таком ключе. Так, отлично, только здесь будет не дата, а скан. Здесь, соответственно, тоже скан. Скан. И здесь тоже скан. Все, RoboScan. Мы получили данные, после чего мы можем их вернуть. То есть, теперь у нас есть свой сканер, пусть даже переносной. Дальше. Теперь добавим функцию... помещение в массив, потому что здесь adjacent будет этим активно заниматься. Я немножко соптимизирую, хотя в этом особо нет смысла. Давайте тогда ее тоже добавим. Так, где у нас она? Все-таки не зря мы это писали. Все это пригодилось даже. Так, все. Это тоже мне пригодится. Так, и остается главный цикл. С аджесентом тоже нужно будет разобраться. Хотя, в принципе, он у нас уже готов. Так, мы точно так же делаем аджесент. Good, move forward. Так, add in array. Давайте проверять будем, раз раньше ее не было. Так, add in array. Так, что у нас? Lock, lock, да. Ctrl-Shift-Z, Add in Array, локацию, отправляем в хороший массив. Так, Move Forward, Turn Left, здесь у нас RoboScanner. Зачем var, если можно так? Scan, in Array, если он есть. Adjacent, здесь по сути все хорошо. То же самое здесь. Add in Array, Location Good. Так, здесь, конечно, наверное, нет смысла в этом. Мы бы тогда и не проверяли это все.
Ладно. Давайте привыкать к тому, что мы проверяем все наши действия. Я уже сказал, что я не буду сейчас гнаться за временем совершенно никак. Так, ну и здесь у нас все хорошо. Остается только главная программа. Итак, у нас есть скан. На этот раз... Так, стоп, секунду. А, ну да, здесь мы тоже будем им пользоваться. Так, var здесь нам не нужен. Мы создали глобальную переменную. Здесь у нас будет робосканер, в котором мы будем постоянно отправлять сигналы. Так, если в массиве... Так, это нам пригодится. Так, если скан больше нуля, то значит все хорошо, классно, мы двигаемся вперед, move forward, и роботу даем такую же команду. Если иначе, так, если иначе, что, какие у нас еще варианты остаются? Если скан это минус единица или no tile, то тогда мы поворачиваемся, здесь никаких вариантов нет. Так, turn left. В противном случае, когда у нас получается какая-то неизвестность, мы скан меняем. Так, вот это все у нас сдвигается. Скан у нас перезаписывается, и мы эту локацию отправим уже туда. Так, скан теперь робо forward. Так, lock forward location. Далее мы проверяем эту локацию. Если она у нас есть в массиве, то есть, по сути, вот она. Если она хорошая, то мы делаем move forward. Робот тащится за нами. В противном случае turn. Так, наверное, получится. Но здесь нужно тоже проверить, если она в массиве плохих. Если она в массиве плохих. Потому что может случиться, что и там его нет. Либо чек у нас не сработал. Так. И что у нас остается? Опять же, adjacent добавляем. Если он не сработает, то тогда мы просто отвернемся. Так. А почему ты мне так сделал? Адж. Очень неудобно. Так, если adjacent не сработал, отправляем мы туда скан наш, то значит все печально, и нам ничего не остается, кроме как развернуться и пойти другой дорогой, может там нам повезет. Все, главный цикл у нас полностью рабочий, формально мы восстановили эту программу, только добавили в нее тех функций, которые у нас прошли уже огонь, воду и медные трубы и обросли дополнительными нововведениями. Теперь что будет делать у нас робот? Соответственно, он будет делать... У нас все то же самое, что и мы. Так, во-первых, он должен понимать, что у него происходит, поэтому отдадим ему все эти данные, все эти константы. Так. Давайте даже вместе вот с этим. Так, зачем я перематываю? Далее. Переменные. Здесь у нас будет переменная... var переменная order, то есть приказ, и также var результат. Это для сканирования нам нужно. Функций у него не будет никаких. Main, главная программа. Так, частично у нас здесь что-то останется. Да, наверное, вообще все выкинуть отсюда и с нуля переписать. Итак, луп. Бесконечный цикл, он следует за нами. Неизвестно, сколько времени мы будем это делать. Итак, сразу для проверки order говорим, что данных нет. Поэтому до тех пор, пока данных нет. Так, где у нас-то есть? Вот. До тех пор, пока данных нет, мы пытаемся их обновить. Только вместо даты здесь будет order. Здесь тоже order. Если данных нет, то мы их обновляем. Далее, когда мы получили данные, мы, соответственно, проверяем их. Что же там случилось? Если order это движение,
Так, конечно же, без опечаток никуда. Если это движение, то тогда проба forward. Так, давайте вот так. For... Ах, неудобно. Не вижу, что там внизу. Придется так поступить. Так, else if... Order. Что нам еще может поступить? Order у нас может быть... Это поворот. Turn. Соответственно, делаем... Ну, конечно, стало только хуже. Так, turn. Серьезно, проба turn у него нет, что ли? А, проба left. Так, понятно, окей. Ну и далее. Следующий вариант. Это у нас, когда приходит скан. То тогда, что мы делаем? Мы должны пройти. Сделать шаг вперед. Сделать два разворота. Вернуться обратно. И сделать два разворота, чтобы мы продолжали смотреть сюда. То есть, следовательно, у нас будет цикл for. Для повтора двух значений. В одном случае мы собираем результат. Во втором случае мы этого не делаем. Поэтому здесь я сделаю i in массив 0 и 1. То есть в одном случае это получается yes, а в втором no. И делаем проба. Так. Проба forward. Далее. Если результат... Если результат... Так, результат... Давайте тогда не i, прямо res. То есть нужно снять результат или нет? Get. Давайте get прям, get. Если get, если нужно взять результат, то тогда результат... Тогда результат равен пробоскан. Пробоскан. Все. После чего мы разворачиваемся. Так, что ж такое-то, а? Автозаполнение. Так, проба left. Мы разворачиваемся и идем обратно. После всех этих действий, когда мы это выполнили... Так, это у нас не сюда идет, а вот сюда, после фора. То мы тогда отправляем результаты наших действий. Вернулся я специально, чтобы... И отправил я только потом, просто потому что дальше робот сразу двинется вперед и даст команду нам на действие, чтобы мы не дожидались. Это нужно, чтобы я не обменивался лишними сообщениями с роботом. То есть они синхронизированы по времени так, чтобы все успевалось. То есть я всегда на последнем шаге только это передаю. Так, ну и в принципе все должно работать. Так, что у нас? Else if. Да, конечно же. If not. Если adjacent у нас не сработал, то тогда все, да. Да что ж такое-то? Дата, конечно. Какие даты у нас? Там сканы идут вовсю. Что ты мне там двигаешь? А, один-то ведь работает. Так, у нас там скан, никаких дат. Ну вот это когда скопирование у нас происходит. Скан, скан, скан. Так, секунду, это вообще что? Это старые данные. Они нам не нужны. Вот наша задача. Бывает. То есть вот теперь сканер, мы отправляем его вперед. Просканировали. Здесь была тройка. Все, и мы оказываемся там, где нужно. Плохая локация. Здесь мы не знаем ничего, поэтому просто мы отправимся вниз. Ну, формально, вот визуально, это кажется, что мы используем свое стандартное сканирование. Так, ну и... Ну, тут относительно даже неплохо, кстати. А если так смотреть, то даже вообще красота. Но, как я уже сказал, за этим я стремиться не буду. Что там будет дальше, я боюсь себе даже представить. Мне постоянно приходится менять стратегию, что делать.
Так, осталось у нас 4 уровня, наверняка будет еще один бонусный, по крайней мере, судя по достижениям в Стиме, он там есть. Ну и на этой позитивной ноте, все-таки уровень пройден, я прощаюсь, ставьте лайки, если понравилось, если есть что сказать, пишите комментарии. И увидимся в других видео. Всем пока.